Добрий вечір, ми з України. Так. Ну, давайте начнем с того, что спасибо большое всем за поздравления, всем, кому не смог ответить, ну, очень много и работы, и сообщений. Очень приятно там за эти мелочи, за внимание, целые списочки у меня. И так и да, там я не понял, там мне передали из Одессы, кому вернуть судочек. Сказали вернуть, но адреса не оставили, куда ему надо вернуть. Много приятностей. Мясо, и сало, и плюшечки, и носочки. Все очень приятно. Даже вот есть такая штука, мина направленного действия. Тоже полезная в хозяйстве вещь в нынешнее время. Вот. Спасибо. Все в работе. Все очень вкусно и приятно. Очень приятно внимание. Я постараюсь ваше ожидание оправдать и двигаться дальше, как мы двигались. Так, что у нас по городу? Обстрелы шли, в школу разбомбили в Зеленом Гае, уроды бомбой, просто бомбой с самолета сбросили на школу, люди прятались в подвале, 3 человека или 4, ну, или погибли, или в реанимации, не помню. Еще 2 там достают, работает МНС, и сейчас, ну, не укладывается мне в голове, зачем это они делают, как будто специально. Что касается театра военных действий, комментировать не могу, то есть, ну, вы из официальных сейчас увидите, потому что я держу там, скажем, пальцы и кулачки там, за наших военных, которые сейчас совсем другие военные и которые очень серьезные военные, поэтому ситуация меняется, серьезность повышается, но благо дело это не под нашим городом сейчас активно. Значит, то, что происходит по этим обстрелам, я повторюсь, это все-таки они умышленно делают, стреляют со стороны Херсонской области, там этими смерчами, которые по 70 километров. Но мы не можем их достать, они это делают специально, чтобы там нас запугивать и закидывать, что все пропало, ай-яй-яй, опасно. Ну, мое мнение другое, то есть сегодня гулял по городу, кучу народу видел, которые ходят с собачками, гуляют. Погода прекрасная, просто эти уроды бомбят и мешают жить хорошо, спокойно. Ну, мы с этим разберемся. Что еще можно сказать по сегодняшнему дню? А, то есть выходил в эфир сегодня там разные телеканалы, в том числе выходил на телеканал, который фонд этого... Забыл, представляете? Навального, кошмар. Оказывается, в России тоже есть адекватные люди, которые не смотрят телевизор, пропагандосину эту, но с ними даже можно общаться, они тоже понимают, что Украину нельзя нападать, не надо было, и тоже понимают, что Путин не в себе, и что это катастрофа для самой России, то, что происходит. И, если честно, они хоть и понимают, что им плохо, но они искренне болеют за то, чтобы мы выбили отсюда оккупантов, этих русских, чтобы они пришли в себя и все развернулись и уехали к себе домой. Просто не знают, как это сделать. Спрашивают, как, что нам делать. Ну, говорят, извините, но вот мы спрашиваем у Украины, как нам поступать в России. То есть, что мы должны делать. Я им советовал, ребята, начинайте бороться, потому что мы боремся всю жизнь. И наши все предки боролись. У нас непростая история, начиная с Николаю 200 лет. Это вся наша история длилась, основана на том, что мы боремся за свою независимость. У нас, то, если не срачка, то горячка. То с этой стороны нападут, отберут кусок, то с этой стороны отберут. То есть, я им говорю, то есть наша сила в том, что мы всегда во своей истории боролись за себя, за свою землю, за свою страну. А вам надо этому учиться и начинать. Вот они реально подумывают о том, как это делать у себя там в России, как бороться за свое, за свои права, а не жить по указке какого-то одного человека. В общем, все хорошо, я тут, я сегодня даже, может, выпью 50 грамм, если не против. Ух ты, налялякал на 4 минуты, все, разом до перемоги.